А я уже вот 4-й сезон работаю в Большом театре. Можно, конечно, уже подвести какие-то итоги и вспомнить, как прошли 3 года. Много спектаклей было новых. Это и «Золотой век», и «Спартак», «В комнате наверху» и так далее. Перечитать очень много. И каждый спектакль давался, конечно, по-новому, и очень было интересно работать. А в театре я работаю под руководством Виктора Николаевича Барыкина, и очень рад, что я попал к нему, что как бы я сделал свой выбор именно в сторону этого педагога. Я люблю честных людей. Между педагогом и танцовщиком должна быть только правда, мне кажется. Иначе мы не достигнем никакого результата, не будет роста, ничего. А Виктор Николаевич — это именно тот педагог, который говорит правду артисту. А как мы все знаем, правду не каждый любит, потому что правда бывает очень колет глаза, или там еще как говорят, да? Большого театра я работал на сцене Мариинского театра. И переход в Москву, переезд, конечно, был немножко, может быть, сложноватый в том плане, что, как мы все знаем, до сих пор идут споры, кто лучше, Мариинка либо Большой, чей стиль лучше, или так, чья школа лучше. Для меня существует лучше, по большому счету. Для меня каждая школа — это лучше, потому что это все уникально. Везде свои педагоги, свои традиции. Конечно, я привыкал к труппе Большого театра, и не сразу я, может быть, даже принял какие-то, может быть, новшества, традиции для меня. Но на сегодняшний день я чувствую, что я член этой труппы. Я чувствую себя здесь как дома. В чем себя я легко чувствую, в современном, в классике, либо в характерных танцах. Конечно, классика, она предполагает это линии, это академизм, чистота исполнения. Я классику очень люблю, потому что это дисциплина. Модерн — это все-таки, я считаю, свобода. Свобода такой души, тела, самовыражения. Тут можно больше открыться, нежели чем в классике, потому что в классике есть канон. Но ты не можешь раскрыться настолько, что оголиться полностью. А мне нравится модерн тем, что я могу более открыт, как бы говорить, с публикой, наверное, что ли. Я просто себя чувствую там, как рыба в воде. Очень интересен союз со Светланой Захаровой. Почему? Прима-балерина не стоит на месте. Она работает не только на сцене Большого театра, она сотрудничает со многими театрами мира.
И это, конечно, для меня очень ценно, в том плане, что когда она приезжает из Ла-Скала, она мне рассказывает, как прошел тот спектакль, так, как идет процесс, это все интересно. Помимо этого, она всегда ищет новых хореографов. За последнее время мы сделали 3 премьеры совместные. Это также суперигра. Это номер Black, который, я считаю, что это очень хороший номер, и мне кажется, всем нравится не только музыка, но и хореографии. Также мы сделали с ней номер для ее вечера «Тристан». Такое ощущение, что мы танцуем всю жизнь вместе. Между нами появились какие-то доверительные отношения. Мы очень дружили, если честно, мы очень дружили в Мариинском театре. Я всем следил и переживал за нее, потому что я видел, как она росла, как она танцевала «Лебединое озеро» и многие другие спектакли. И все время стоял либо на сцене, либо за кулисами и держал за нее кулаки. Мне кажется, просто между нами есть единая жажда всего чего-то нового, жажда идти вперед, какая-то ненасытность в работе. Просто скажу, что я очень рад, что я могу танцевать с такой балериной.